Всем привет, с вами Марисен, и я в Грузии. И сегодня мы вам покажем, как мы путешествуем по Грузии. Мы будем не одни, а с моей подписчицей. Помните, у меня был конкурс, где моя подписчица встретится со мной, и мы будем гулять целый день. И вот этот день настал. Вы, может быть, спросите, почему именно она выиграла и так далее. Вас было очень много достойных ребят, и я выбрала две. Одну девочку сегодня мы увидим, а другую девочку мы увидим в Рязани. Я снимаю это видео тоже не просто так, чтобы вы видели, почему я, например, не выпускаю видео через день, чтобы вы мне не писали: «Маша, где видео, где видео?». Я сейчас занята, и я не могу каждый день выпускать видео, потому что сейчас я путешествую, до 20 числа я буду путешествовать. Поэтому видео будут выходить не так часто, но я думаю, вы не обидитесь. У меня как бы отпуск, но все равно я снимаю видео, я ничего не забываю. И я хочу, чтобы вы именно остались со мной и смотрели это видео, потому что я вас люблю. Гера, ты что скажешь? Я скажу, что у меня что-то голова болит очень. Ему нужна таблетка, срочно. Надо куда-то позвонить. Очень редко нам с Герой везет с отелями. Я надеюсь, что этот год нам будет везти с ними. Мне кажется, это очень крутой вид. Кровать маленькая. Кровать маленькая. Угу. Мне кажется, что она очень большая даже. Мы монтировали видео. Сложно, ребятки, сложно. Мне приезжала сестра и мама, они меня лечили. Почти вылечили. Спасибо. Номер у нас вот такой большой. Я не знаю, нам очень повезло. Несчастный человечек. О боже мой, вытирается. Красивый кадр, кстати. Я чувствую себя режиссером. Я чувствую себя актером. У тебя такая прическа, как у дракона. И ты сейчас стоишь против света, я плохой режиссер. Может быть, ты такой артхаусный режиссер. Что это за носочки валяются? Там? Это вторые носочки. У меня вторые штанишки. Это холодно. А почему это у мальчиков всегда валяются носочки вот возле кроватки? А у меня не валяются. У меня не валяются. Потому что у вас одни носочки, а у нас двое носочков, потому что мы бережем себя. Вам рожать еще, да? Нам еще рожать. Мы сейчас съедем на завтрак. Ожидание. А вот реальность. Вот такой вот завтрак. Вот тут все такое. А ты можешь мне насыпать? То есть, как всегда, я снимаю, а ты мне насыпаешь. Надоело. Что надоело? Насыпать тебе каждый раз. Ну ладно, тогда я сама насыплю. Взяли еще вот такие вот штуки, вот блин. И у нас вот такой вот вид еще. Hello, it's me. Смотрите, как тут круто. Надо теперь в каждом городе искать такие места. В Лондоне мы были, помнишь, в Гугле так же было. Ну да. Панорама. Да, только ее еще никто не видел. Гер, где твой влог? Вот как раз он, наверное, в этот момент уже и выйдет, да, на канал? Да, так что смотрите мой влог из Лондона, ссылка в описании. Да, и там тоже вид красивый. О, вот эта башня, которая вчера светилась. Мне напоминает голливудские холмы. Голливудские холмы. А вот это вот, это, короче, типа министерство, там всякие дела любые, там прописка и так далее. Мы сейчас в Грузии, и вот такой вид у нас. Почти с номера. Before the world fell at our feet, there's such a difference between us and a million. Очень приятно, что я победила именно в этом конкурсе. Я, вот видите, я могу потрогать Машу Сен. И я очень рада, что ребята приехали именно в такую хорошую погоду. Вот, да, нам рада. Повезло, нам говорят. Пойдемте. Hello from the other side. Грузинский пир. Вкусные лимонады. Видите вы? О чем мы общаемся? Мы общаемся обо всем. О жизни, о звездах, о погоде. Обо мне? О звездах. Мы общаемся с тобой. Ой, не туда. Ой, чуть не упала. Он признался, что он не хочет монтировать влог. Жечь. А видите, вот сзади две девочки сидят. Это моя подписчица. Они тоже не узнают. В третий раз он спит. Ты, кстати, будешь выпускать свой влог из Грузии? Обязательно буду выпускать свой влог из Грузии. Когда ты его выпустишь? Хоть завтра. Я серьезно могу выпустить завтра. Но если что, по ссылке в описании смотрите. Как это работает вообще? У нас тут ужин. Такие большие порции. Фруктовый
фруктовая тарелка вот эта. Я думала, там будет несколько фруктов. Спасибо, грузины. Спасибо, грузины. И на эти ты поправилась? Ты ел? А, ты сейчас будешь есть. Сейчас 23:25, и мы будем есть, потому что у нас сегодня еще монтаж до... Ну, до потери пульса. Где-то до 4 часов утра. Да, мы уже спать не будем, потому что потом у нас уже самолет, а потом мы с самолета в Киев, потом в Киеве мы будем искать подарки для бабушки, дедушки, потому что у них золотая свадьба, им 50 лет, и только вечером мы, может быть, ляжем спать. Так что, знаете, я не просто так тусуюсь. Очень вкусный лимонад, вот этот вот. Этот тот, который... Я не люблю. Да.